Исполнительная служба начала описание активов «Газпрома» в Украине. Позиция Украины жесткая и последовательная. «Газпром» должен исполнять вердикт Стокгольмского арбитража, заявил Владимир Гройсман. Премьер также подчеркнул, за невыполнение обязательств российский монополист должен понести наказание. Напомню, по результатам двух арбитражных производств «Нафтогаз» добился от «Газпрома» компенсации на общую сумму 4 миллиарда 600 миллионов долларов.